Вот сразу четвертая можешь залезть. А, так это по первому каналу? Здесь надо успевать варить, тут надо успевать готовить. По традиции Садичка мешается мне на кухне. Тапочка, иди тоже поздоровайся. Мой сладкий, да. К нам снова приехал мой папа. Он сейчас пошел в химчистку, сдавали, короче, чехол от дивана. Помните, здесь такой диван стоял. Мы его продаем, и надо было почистить эту штуку. Вот, значит, что я готовлю. Папа мариновал. Давайте в следующий раз, как только папа что-то будет мариновать, потому что очень много спрашивает, как он маринует, я обязательно все засниму. Это у нас индейка, он как-то в карри делал. Я ее в итоге не жарила, решила просто запечь в духовке. Здесь я сейчас буду запекать яблоки. Здесь мне свекровь когда-то давно приносила клюкву, которую я сейчас перебираю, потому что она уже какая-то не очень. Не клюква, а брусника. Также хочу отварить фунчозу, думала сделать гречку, но решила, это уже надо доделать. И, значит, что я сделаю с яблоками? Я буду делать, что там, безе. Надеюсь, все получится. Мне уже, я должна была сдать в прошлый четверг. Уже прошляпили все дни, у меня просто нету времени на это. Ну, ничего страшного. Вроде как никто не ругается. Я имею в виду, что я поздно сдаю. Сейчас еще посмотрю. По-моему, у меня еще была замороженная клюква. Может быть, я ее сейчас достану. Что такое? Так, пусть не прыгает. Ну что, все хорошо? Да, идеально сказали. Очистилось. Ой, промок. Давай. Угу. Они прям тебя почувствовали. Мальчики. Вышли на прогулочку. Жениха сфотографировали? Да сфотографировала жениха-то, господи. Движение вниз. Так, а я иду на тренировочку. У нас там что-то типа женского фитнеса. Очень дешевые абонементы. В общем, я так иногда балую себя, хожу, чтобы всю энергию такую выпустить, выплеснуть. Вот, так что сейчас меня папа с Сечкой проводит. И открываются первый этаж. Ну, успокаивайся одним, пока с другим. Так что, я тогда пойду? Иди, иди, бегом, иди, иди. Нам, мы сейчас же не по дороге пойдем, мы там сейчас в сторонку подойдем, подписываем. Ну, ладненько, все, давайте. Да, хорошо позаниматься. Спасибо, до встречи тогда. Господи, я так классно позанималась. И, честно, мне кажется, я потянула мышцы руки, потому что у меня была такая боль сильная. Но потом вроде подотпустила, сказали, фастум гелем помазать. И открываются. О, Боже мой, привет! Нет, домой, 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 мальчик! Куда с чистыми лапами? Домой, домой, домой! Так, заходи. Ты уже гулял, заходи. Мне тут эти ножи надо чуть, острые, как бритвы, имею в виду. А? Это опасно. Привет, Афонька, не прыгаем. Не прыгаем. Угу. Я устала, что могу упасть. Да, мои хлебосики. Мои булочки. Мои сачки. Подождите, дайте хоть раздену. Кто-то довольный, кто-то довольный, Сетька, мой сладкий. Так, сегодня скучно, у нас
Ой, боже мой. Пап, сегодня 7 число? Что? Сегодня 7? 6. 6. Вот, кстати, скоро день рождения, днюха. Да? Кому год? 9 октября. Что тут все перевернуто у вас, а? Товарищ. Все, я в душ, короче. Садька, выходи давай. Прыгать на ванну и все. Ты купаться хочешь, а? Приднюхай помою тебя. Давай. Бжик-бжик. Бжик-бжик. Че это у вас тут за нежности? Трафочка ревнует. Да конечно, у меня сейчас всю шерсть на диван. Вот это фулька. Ты сегодня на диване, она мне лежит? Да? Ну ладно. Садька, по-моему, доволен. Как у дедушки на ручках? По-моему, кайфово. Или ты его придушиваешь? Че, мой сладкий, наказала сегодня Садичку. Кто опять туалетную бумагу украла? Мамкины последние нервишки. Тафочка тут. А ты с Тафочкой уже сегодня щупощукался? Нет еще. Ну, смотрите. Так, а мне надо зефир доделать. Я сейчас свариваю ягоды для зефира. Я уже сделала яблочное пюре. Просто запекла яблоки и достала из нее мякоть. На большом экране включи мне 6 серию гадалки. На ютубе есть. Ну а где же вещь? На ютубе. Ну это сериал 19-й, детектив мистический. Какая-то вторая серия все. Папа просто попросил фильм включить через ютуб. Мы ищем его. Вот сразу 4-й можешь залезть. А, так это по первому каналу идет? Ну, не знаю, по какому каналу. Мальчики, а вы будете смотреть сериал? Конечно. Что? Надо набрать по-другому, я знаю как. Ты давай уже сразу еще... Сразу серию наберем, давай. Гадалка, 6-я серия. Вот. Оно? Оно. Это не та гадалка, не по РЕН-ТВ, это по первому каналу какой-то. А по я по РЕН-ТВ вообще не знаю. Ой, да там такая шляпа вообще, по РЕН-ТВ там можно же... Ютуб удаляет видео, ссылки на серию. Или тоже такая? Нет. Короче, звук ты помнишь. Короче, снимала. Оказывается, у меня ничего не записалось, потому что на телефоне места не было. В общем, взбиваю всю эту историю. Сейчас уже скоро будет 12 часов. Я дико устала. В идеале, конечно, здесь иметь какой-то планетарный миксер, потому что здесь надо успевать варить, тут надо успевать готовить. Манюня тут. Тафоньку автоматом делаем. Следим за мамкой. Ну, Тимой сладенький. Зараза. Ай, спать. Ну что это такое? Забрать. Короче, этот испорчен. Блин, с этой насадкой не очень.
фигня получается. Нет, так не пойдет. Дубль 43. Третий кондитерский мешок. Да, очень приятного аппетита, Тафи. Господи. Я когда-нибудь спать лягу? Так, вот тут надо как бы переделать. Короче, переделали. Это уже у нас второй противень. Что-то, мне кажется, я не то делаю. Надо было это все быстро делать. Итак, в общем, теперь надо ждать. Я уже, наверное, скомпоную, покажу, что у нас в конце получится. Потому что их еще надо соединить. Здесь у меня второй противень. И здесь я уже просто плюхнула без пергамента. Короче, я поняла, что надо было сразу их отсаживать. Слишком много гемора у меня было с этими мешками. Все. И поэтому, видите, они не такой формы получились. В общем, они уже начали застывать от агара. Господи, хоть бы приняли эту работу. Потому что если не примут, я второй раз это делать уже точно не смогу. Буду меренгу делать. Все, ребят. Я ложусь спать. В конце видео покажу, что у нас в итоге вышло. Всем спасибо, что за просмотр. Всех целуем. До новых видео. Пока. Так, что? У нас уже новый день. Я обещала вставить, что у меня получилось. Вот такие вот эфирки. Если честно, не очень довольна. Потому что все-таки они должны получше пружинить. То есть, видите, я нажимаю, они начинают просто разваливаться. Либо еще не прошло столько времени. Потому что до 24... Блин, папа, до 24... часов, а еще прошло до 12, так что ждем. Может, не все так плохо, дай бог, что приняли, не пришлось все это заново делать, потому что это такой еще гемор оказался, вот это вот. Думаешь, вроде мало ингредиентов, вроде там все нормально, а на самом деле все очень быстро надо делать. Одной рукой тут, другой рукой там. В общем, да, ребят, я уже снимаю влог со следующего дня, так что этот влог я заканчиваю, всем пока.